Вскоре отпустят домой захваченных в Ливии украинских моряков судна «Этель». Об этом нам сообщили в МИДе. Причины для оптимизма – решение одного из украинских судов. Какого, точно говорить отказываются. Он и постановил 650 автомобилей вернуть ливийцам, за которые те заплатили нашим соотечественникам миллионы долларов. 19 же моряков судна «Этель» оказались просто случайными жертвами этого чужого для них конфликта. Ливийцы захватили первое попавшееся судно с украинцами. Удерживают их уже 2 недели и отпустят в обмен на свои машины.